Жителю Ирбита, похоже, придется перейти на гречку. Суд оштрафовал его на солидную сумму – 1 300 000 рублей. А все потому, что парень попытался дать взятку полицейским. 22-летний водитель на своей Audi Q7 гонял по Ирбиту пьяным. Когда же его остановили инспекторы ДПС, парень решил попытать счастье и предложил сотрудникам закрыть вопросик. Его, конечно, предупредили об ответственности за дачу взятки должностному лицу, но водитель был настроен решительно и продолжил предлагать деньги. В связи с этим на место была вызвана следственно-оперативная группа. Водитель задержан. В присутствии понятых у настойчивого водителя изъяли 32 300 рублей. Суд лишил его прав на 2 года и назначил солидный штраф.